Получается, пиарик из Звеня номер 35. Приглашается Мартынова Ангелина Александровна. Для последнего элемента приглашаю. Ну, я на соревнованиях устанавливаю рекорды. Был на чемпионате мира «Золотой тигр». Там было много людей из разных стран, приезжали люди. Показываю с положительной стороны. Я показываю, что наша страна очень сильная. Мы делаем такую церемонию в стенах администрации для того, чтобы, ну, во-первых, это событие надолго запомнилось, во-вторых, здесь, безусловно, собраны не просто ребята, отличники учебы, труда и спорта, как говорили в Советском Союзе, поэтому хочется им сказать большое спасибо в канун праздника и вручить этот главный документ.